миру наших русских команд. Но если мы сегодня поговорим именно о регионе МЕНА, это регион Ближнего Востока и Северной Африки, то я в первую очередь хочу остановиться на, безусловно, тех технологиях, которые уже, наших российских технологий, которые уже имеют трансфер, да, именно IT-решений в регион Ближнего Востока. Мои уважаемые гости сегодня, да, то есть, вот, которые вы тоже действительно сегодня слышали, кто-то присоединился к нашему разговору уже в середине нашей сессии, я тоже, безусловно, о них расскажу, да, потому что это очень важно. В рамках юридической практики, да, там, не буду говорить про какие-то сухие цифры, но наш комитет по внешнеэкономической деятельности занимается помощью именно российскому бизнесу продвигать свои товары, услуги, платформы, идеи, организацию мероприятий, как «Игры будущего», например, да, на всей территории земного шара. Это абсолютно важно и, ну, нужно понимать, когда предпринимателю и со своей идеей кому обращаться. Это очень важно. Так вот, предприниматели могут обращаться к нам, то есть комитет по торгово-экономической поддержке Евразийской ассоциации бизнеса. То есть в любое время дня и ночи можно написать по данным, которые здесь вы увидите, можно задавать вопрос, и огромное количество юристов, да, у меня их действительно много, их уже больше 30 по всему миру, в зависимости от стран, в зависимости от регионов, ежедневно, ежечасно будут помогать в решении тех или иных вопросов, которые связаны с бизнесом предпринимателей, маленьких или больших предпринимателей. Для них, для нас объем, так скажем, да, бизнеса или значимость этого предпринимателя совершенно не имеет никакого значения. Можно слайд номер 3? Дальше. Ну, если мы сегодня говорим про регион МЕНА, я буду говорить именно о тех программах, которые позволяют нашему российскому трансферу российских технологий реализовывать свои программы именно за счет государственных программ Арабских Эмиратов. Есть такая программа, которая называется Vision 2021, да, то есть или видение 2021. Это программа, которая разработана правительством Арабских Эмиратов, и она основывается на том, что сейчас до 2029 года программа Арабских Эмиратов именно по привлечению IT-технологий, по раскрытию потенциала компаний, независимо от того, откуда они приехали, да, из какой части континента, эта программа позволяет привлекать цифровые технологии, позволяет привлекать технологические компании на территорию МЕНА региона. Если мы говорим про Арабские Эмираты, то это программа, посвященная именно территории Арабских Эмиратов. Так вот, если мы говорим про цифры, сейчас на текущий момент времени 10% всех электронных покупок в Арабских Эмиратах происходит с помощью цифровых технологий. Это очень важно. Если мы говорим про объем бизнеса, это 18 миллиардов долларов. К 31 году задача правительства Арабских Эмиратов выйти на 108 миллиардов долларов за счет...